Видео подготовлено сайтом Уроки ТВ. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника «Алгебра 7 класс» автора Мерзляк, Полонский и Кир под номером 652. Представьте многочлен в виде произведения квадратов двух двучленов. Есть такой подход в математике: делаю то, что умею, а там как получится. Перед нами трехчлен. Запишем его, переставив местами второе и третье одночлены. Получим 81 16 х четвертой степени минус 9 вторых х квадрат y в четвертой степени и плюс y в восьмой степени. И выделим квадрат 81 16 х четвертой степени можно получить, если возведем в квадрат 9 четвертых х квадрат. 9 четвертых в квадрате это 81 16, а х квадрат возводим в квадрат, получаем х в четвертой степени. Далее у нас по формуле должно быть минус удвоенное произведение первого выражения, мы его уже знаем. Это 9 четвертых х квадрат. И смотрим, на что нужно умножить, чтобы получилось 9 вторых х квадрат y в четвертой. Если мы 2 умножим на 9 четвертых, мы получим с вами 9 вторых. То, что у нас уже есть. Х квадрат у нас есть, и осталось только y в четвертой степени. И плюс квадрат второго выражения. Y в четвертой степени возводим в квадрат, и это как раз и получится y в восьмой степени. И тогда это квадрат разности двух выражений. Первое выражение 9 четвертых х квадрат. Второе выражение y в четвертой степени. И если мы с вами посмотрим внимательно, то мы увидим с вами в скобках формулу разность квадратов двух выражений. Выделим эти квадраты. Чтобы получить 9 четвертых х квадрат, нам нужно 3 вторых х возвести в квадрат. Чтобы получить y в четвертой, y квадрат нужно возвести в квадрат. И тогда разность квадратов двух выражений равно произведению разности этих выражений и их суммы. 3 вторые х минус y квадрат – это разность выражений. И умножаем на их сумму. 3 вторых х плюс y квадрат. И все это мы возводим в квадрат. Как мы произведение возводим в квадрат? Каждый множитель мы возводим в квадрат. У нас два множителя. Первый множитель – это 3 вторых х минус y квадрат. Первый множитель возводим в квадрат. И второй множитель возводим в квадрат. Второй множитель у нас выражение в скобках 3 вторых х плюс y квадрат. Все, мы выполнили с вами задание. Мы представили с вами многочлен в виде произведения квадратов двух двучленов. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, предложения или замечания, оставляйте их, пожалуйста, в комментариях под этим видео.